вечер. В прошлый раз мы с вами пообщались о торговой марке. Я рассказал в основном, какие есть виды торговых марок, какие есть варианты регистрации, для чего это нужно. Сегодня наш вебинар будет продолжением торговой марки в США. В основном буду отвечать на те вопросы, которые были под видео. И также хотел показать финальный результат. Когда вы успешно подана аппликация, к вам на электронку приходит вот такое письмо. Trademark Electronic Application System. Здесь пишет ваша торговая марка, указывает реферальный номер. Этот реферальный номер, он дает возможность в системе уже USPTO посмотреть, на какой стадии регистрации все ваши данные. И в этом электронном письме также даются все ваши данные, которые были указаны, то есть телефон, адрес, электронка и класс, на который он распространяется. Ну и подпись, а также подпись USPTO. Это такой электронный документ. Потом где-то через неделю ваша заявка появляется на сайте USPTO. Мы сейчас как бы экспериментально зайдем туда и посмотрим, как же можно проверить свою торговую марку. Здесь на сайте есть рубрики «Патент», то есть патенты и «Трейдмаркс», торговые марки. Мы выбираем «Application Process» и есть такой четвертый пункт «Checking Application Status». То есть проверка статуса и просмотр документов. Мы сюда нажимаем, заходим на страницу и самый первый выбираем check status and view documents. Вот для примера, тут подружается, мы указываем здесь этот реферальный номер. Он состоит из 8 цифр. Вот выбираем статус и усмотрим. Вот, например, есть человек, который подал торговую марку. Здесь видно изображение. Указано, как называется, потом информация идет, это комбинированная или это текстовая, цвета, на которые распространяется, тут заявитель дает, и указывается такой код, то есть каждое изображение потом присваивается определенный код. Goods and Services – это международный класс, на который подавали, это 42-й, это услуги. И Basic Information, что эта торговая марка сейчас не используется. И информация о владельце, то есть это открытый доступ. То есть там можно дать номер телефона, можно не дать, электронки здесь не вижу, то есть это фирма, то есть зарегистрирована на фирму, Limited Liability Company. Вот так видит процесс, то есть вы можете просматривать свою торговую марку где-то за неделю после того, когда она уже подбрана. И вот здесь пишет статус. New application will be assigned to an examining attorney approximately 3 months. То есть новая заявка была подана адвокатом приблизительно 3 месяца прошло от заполнения. Так, теперь мы пойдем к вопросам, которые были под видео и немножко шире о ним расскажем. Был такой вопрос, можно ли регистрировать в онлайне. Регистрация торговых марок в основном проходит в онлайне. Оплата тоже в онлайне. Есть возможность, я на их сайте смотрел в бумажном виде, но там нужно с ними тогда связаться, и там нужно будет доплатить дополнительную пошлину, потому что там, если в бумажном варианте, размер ее чуть больше. Был такой вопрос, как проверить торговую марку. Торговая марка тоже проверяется на этом сайте, USPTO.
мы заходим в рубрику «Трейдмарк», и самый application процесс, и самый первый пункт «Searching Trademarks». Мы сюда нажимаем, и здесь есть «Search Trademarks». Это для тех, кто хочет просмотреть перед подачей заявления. Здесь есть несколько вариантов. Первый поиск идет по названию торговой марки, а второй здесь, если идут комбинированные, оно идет описание, и оно ищет и в торговой марке, и описание. Если взять, например, самый первый вариант, мы можем, например, возьмем, например, Apple. Здесь указывается название и submit query, тобто, чтобы выбираем, видим полностью список, который фирмы подали, и мы уже можно будет по каждой посмотреть, даже здесь даже есть статус в конце live or dead, то есть live это действующая торговая марка, и dead вот это уже который срок, который прошел. То есть мы видим здесь много, которые в live. Ну и, например, можно открыть первую, посмотреть. Вот здесь есть, сразу видно, как называется торговая марка. Apple Tree Golf Society. И здесь информация, то есть на какие классы она распространяется. Good and Services, IC, это интернет, международные классы. И есть, еще есть американская классификация, тоже по классам. То есть можно сопоставлять о том, своей торговой маркой и понимать, насколько можно войти в конфликт и есть ли какие-то, например, шансы, чтобы ее зарегистрировать. Был такой вопрос, какие слова или словосочетания не могут быть зарегистрированы. Согласно законодательству США, не могут быть зарегистрированы элементы аморального характера. Нельзя использовать в изображениях флаг, эмблемы государственных учреждений и самого государства и других государств. Нельзя использовать имя, портреты, подписи известных личностей. И такой как бы более практический пункт – это общеупотребительные слова. То есть был такой как вариант вопрос, например, минеральная вода. То есть как бы это название обычное, и поэтому общеупотребленное. И поэтому, когда вы делаете, придумываете торговую марку, старайтесь уйти от общеиспользованных значений. Следующий вопрос. Какая цена услуги и что надо для того, чтобы зарегистрировать? Стоимость регистрации торговой марки $350. Например, в Америке юристы берут за свои услуги от $1000, то есть 350 и 1000, как бы есть разница. Что надо для этого? Во-первых, нужен в электронном варианте JPEG файл ваш логотип. Конкретно, как бы, конкретной вымоги о том, какой, какая должна быть разделительная статность, этого нету. Но торговая марка не должна иметь очень слишком. Например, если в аккаунте селлеров мы фотографию добавляем к товару, там минимально 1000 на 1000 пикселей, то здесь как бы не должно быть очень максимальный файл. Это может быть 100-200 килобайт. То есть он не должен быть очень громадным. И второе, нужно подать доказательство того, что эта торговая марка или логотип где-то используется. То есть это может быть или скриншот сайта, или фотография товара, упаковки, товар с логотипом нанесенным. То есть нужно как бы доказательство, которое покажет, что оно где-то используется. Вопрос, как быстро идет регистрация торговой марки. Сам процесс регистрации торговой марки занимает около года. Есть возможность там его ускорить. То есть я на сайте этого ведомства не могу 100% утверждать, но я не нашел как бы
пошлину, которая оплачивается за более быстрый разгляд этой заявки. То есть в основном это занимает до года времени. Что будет в случае отказа? В случае отказа госпошлина не возвращается. И, то есть мы все должны понимать, что я уже, как бы уже в прошлом семинаре говорил, что при подаче нет 100% гарантии его получения, потому что могут из-за она не соответствовать или государственным правилам, или войти в конфликт. Но, то есть государственные правила, это я уже выше перечисленное уже сказал, то есть этого можно избежать, а вот конфликта с другими торговыми марками, здесь есть единственный вариант, чтобы быть 100% уверенным, это нужно делать предварительный поиск. Но предварительный поиск по цене обойдется дороже, чем сама регистрация торговой марки. Такой еще был вопрос, мы уже с Денисом обсуждали, с каких оборотов нужно задуматься о регистрации торговой марки. Ну, дело здесь не в оборотах, а в том, если вы уже понимаете, что вы стабильно продаете какой-то конкретный товар, тогда нужно уже задуматься, потому что эту стабильность может недоброжелатели как бы пошатнуть, и уже были такие случаи, на форумах идет информация, что китайцы на себя берут регистрируют товары, которые хорошо продаются, но на каких нет регистрации торговой марки. Вернемся еще к вопросу бренд регистри и торговая марка. Brand Registry – это процедура, которая, я так думаю, много проходит селлеров на Амазоне. Она дает какие преимущества? Что вы можете больше дать информации, залить там видео, сделать лучше контент. И для того, чтобы банить хайджекеров. Хотя уже была информация, что на европейском Амазоне, даже при регистрации Brand Registry, Amazon на заявление о том, что есть хайджекеры и нарушают как бы, какие-то там авторские права, они абсолютно никак не реагируют. На американском то же самое. Это с Нового года произошло. Ну вот, еще новая информация. То есть как бы банить хайджекера это уже не вариант. То есть здесь единственное какое преимущество Brand Registry это только, что можно сделать лучший контент, то есть больше инструментов сделать лучший контент. Но с юридической точки зрения оно абсолютно вас не защищает от банов, даже если кто-то там капнет, кляузу напишет, что вы как будто кому-то продаете товары его и нарушаете его авторское право, хотя может быть и авторского права его так и не быть. Поэтому как бы да, длительного и такого стратегического развития бизнеса торговая марка нужна для регистрации, чтобы крайние случаи себя от нарушения этих авторских прав. Ну и, конечно, нужно смотреть на патенты, чтобы не нарушать чьи-то патенты, потому что даже если у вас будет торговая марка зарегистрирована, то при нарушении патентов вас тоже Amazon забанит, потому что это другой вид интеллектуальной собственности. И нужно, как бы, смотря какая категория товаров, нужно просматривать и как бы, стараться не нарушать эти чужие патенты, если есть какая-то информация, что эти патенты выданы на эти товары. Хотел бы дополнить по поводу бренд-регистри. Немножко не так. Помимо того, что расширенный description можно сделать, можно еще без обращения в службу поддержки менять постоянно тайтлы, буллеты там и так далее, чего нельзя делать без бренд-регистри. И можно делать MNP-коды и заменить UPS-коды, то есть мануфактурные. Ну да, это технические, да.
вопрос наполнения своего как бы онлайн-магазина. Ну, юридической защиты, это как бы, я думал, сначала хоть будет актуально от хайджекера, но я еще как бы с ними не сталкивался. Ну, я просто уже... точно знаю, что уже практически не работает, пишут, индусы отвечают службе поддержки, что у вас недостаточно прав на этот, так скажем, бренд там или еще что-то. Вот и все. То есть бренд-регистри больше от этого не защищает, поскольку постолько только. Ну, бывает там, помогает, но все пишут даже... Кстати, забыл сказать, у меня есть обращение, ко мне спрашивали, что делать. У них и трейдмарка есть, и все равно обращаешься к индусам, они говорят, что делайте выкуп, докажите, что не вашим товаром торгуют. То есть там вполне возможно... что и торговой марке нужен какой-то известный бренд, то есть какой-то бренд, который занесен в список Amazon, например. То есть с хайджекерами бороться только одним способом в любом случае на данный момент. Может быть, конечно, какой-то неадекват попался, который просто не понял, что это не бренд регистра, а трейдмарка, но уже есть и такие сигналы. Вот, потому что... Там есть, при регистрации бренд-регистри, может быть, в этот момент не подали свидетельство о регистрации торговой марки. Такое тоже может быть. Может быть, я говорю, много моментов, микромоментов. Просто к тому, что, как, например, у нас поменялась ситуация кардинально с Нового года с открытием категории. До Нового года на раз-два тут, я не знаю, в интернете там куча народу делала. Мы закупили товар в декабре, пока праздники, пока то-сё не успели. Вот, бренд Аунгейтинг. Ну, вам виднее. Вот, и получается, что мы не смогли категорию открыть в декабре, а в январе, когда за это дернулись, все до одного человека, который у нас в русскоязычном интернете болтались, не смогли делать нам бренд-регистр. И пришлось нам полтора месяца искать человека, кто нам это все сделает. Вот, а в чем смысл? А смысл в том, что правила чуть-чуть поменялись, и все. Также и здесь, бренд-регистрим. То есть с Нового года много правил всяких поменялось, о которых Amazon нигде не пишет, ничего не говорит. Ну, регистрация торговой марки, как бы есть нюанс, что это очень процесс долгий, до года времени. То есть юридическая защита настает после полной регистрации, потому что когда идет процесс регистрации, не факт, что зарегистрирует, может отказать. Единственное, что они дают привилегию, это то, что после вашей подачи, следующий, кто будет подавать, и будет конфликт с вашей торговой маркой, там пойдет отказ. Даже если вашу торговую марку еще не зарегистрировали. То есть проверка идет, у вас заливается в базу, и проверка даже идет по вашей торговой марке, которая еще в процессе регистрации. Это вот единственный как бы плюс. Но все юридические права настают после полной регистрации торговой марки. Ну все, в принципе, давайте вопросы, у кого есть по этой теме. Какие-то вопросы. Вот, видишь, бренд Аунгейтинг. Буду иметь в виду. Рубик, созвонимся с тобой завтра еще раз. Про Аунгейтинг займемся. Потому что на данный момент этим я лично не занимался. Да, кстати, то есть по вопросам всех регистраций торговой марок, то можете связаться непосредственно с Денисом, а там уже Денис как будет гарантом выполнения обязательств регистрации. То есть часто бывают случаи, а как платить, что, куда и тому подобное. То есть лучше уже с Денисом, обращайтесь к Денису, а там уже технически все это можно решить. Все, так мощно рассказал, что вопросов нет почти. Вопрос стоимость услуг $350 услуга плюс $225 госпошлина. Она включает один класс и $125 дополнительно, если два класса. Если этот статус получаешь, то хайджекеры отпадают сразу. Но после регистрации торговой марки вы уже можете поставить ТМ знак. И я думаю, кто будет залазить на ваш листинг, будет хорошо думать. То есть, в принципе, да. Это будет очень хорошим как бы превентом.
Ну, мы сегодня дольше в эфире, 31 минута, проще раз 20 минут. Ну, это просто тогда что-то с программой проблем была. Вот спрашивает человек, это под ключ? Да, это под ключ. Ну, под ключ имеется, то есть мы подаем, вы видите свою, а остальное вы уже общаетесь непосредственно, потому что я не контролирую уже дальше процесс регистрации. То есть я могу только посмотреть по вашему коду зайти и посмотреть, на каком этапе регистрации. А все общение идет уже непосредственно на вашу электронку. Если там будут какие-то нюансы, например, какой-то конфликт, не исключено, что нужно будет подключать, например, американских юристов, которые будут составлять заявление, ссылаясь на американское законодательство. То есть такое тоже может быть. А $350 ты возьмешь, если получат люди, или если в любом случае ты берешь эти деньги? $350 беру за правильную подачу документов, которые в результате принимают. То есть это практика, которую берут не только я, а все юристы, которым вы платите. Все берут за подачу документов. Все, что идет после подачи документов, которые могут возникать нюансы, это оплачивается дополнительно. Значит, не и под ключ. Надо так и говорить, не под ключ. Ну да, не под ключ, то, ну под ключ подача заявления, скажем так. А торговая марка не есть под ключ, потому что я дальше не вижу, все, не могу контролировать все подальше процессы. Если будет отказ, я 50% услуг возвращаю. Ну вот это вот понятно, то есть я думаю, теперь уже людям будет да, понятно. Потому что я понимаю, что как бы человек потратился и, конечно, результата, но этот результат уже не столько зависит от меня, а от того, насколько уже ниша уже там очень конкурентная, что даже та или иная изображение конфликтует с другой торговой маркой. То есть как бы основной отказ может по этому идти. Изображение или текстовый? И текст, и изображение, то есть если комбинированная торговая марка, проверяется и текст, и изображение. Ну и главную роль это играет, в каком классе она идет. То есть может быть даже та самая назва, добавить элемент и сделать в другом классе, можно зарегистрировать. У меня был такой случай, правда, на Украине. То есть были совсем другие сферы деятельности, и ну, пришло письмо с патентного ведомства, мол, есть такая уже зарегистрированная, ну, мы как бы никакой даже заявы не подавали, и оно все прошло, и в результате выдали свидетельство. В принципе, больше нет таких вопросов, да? Денис, ты на связи? То есть, в принципе, такую общую картину мы дали о торговой марке, то есть, ты сказал, сейчас подожди. Ну, примите принципиальное решение, то есть обращайтесь, будет какие-то вопросы, тоже без проблем, задавайте, будем стараться вам помочь. 84-67-64. Нет. Вот маленький номер телефона 905-384-67-64. Первая смс пришла, вот вторая вот такая. Ну, Денис, отвлекся уже. Ну, я думаю, что можно уже заканчивать. То есть, я здесь, вот. Я просто мне позвонили. Ну, я вижу, в принципе, больше таких вопросов нету. Походу, старались на все вопросы ответить. Ну да, да, так и есть. В любом случае, есть по крайней мере варианты. Я хотел сделать анонс на следующий лайв. Я постараюсь, значит,
по поводу форвардеров пообщаться на понедельник лайв, то есть именно что я делал анонс, там вопросы внизу где-то есть. Вот. Это у нас Рафаэль. Как бы я сейчас с ним пообщаюсь, я просто точно не буду еще анонс делать на понедельник, но планирую в понедельник. В четверг лайва не будет, я уеду в Петербург. В понедельник будет лайв. Вот, так, значит, еще у нас 16-е. То есть на понедельник, значит, планирую с Рафаэлем, если ничего не сорвется, будет по форвардерам. Вроде с переводчиками нашел, так что будет переводчик, будет Рафаэль, буду я. Вот, потом, значит, 30 числа я договорился, сейчас вот с Рубиком мы договорились по поводу юриста по патентам, американским юристом по патентам, вот, уж не знаю, там где точно живет, но думаю, расскажешь, тоже будет с переводчиком, вот, ну и у нас еще там по продвижению будет иностранец, так что будем потихонечку подниматься на новый уровень, не знаю, как это получится. Вот, с переводом и со всеми этими делами. Но в любом случае будем стараться, потому что наша самая главная задача – получить максимум информации. Просто большая просьба. Я буду вот эти вот скидывать опросники, заведомо задавать вопросы, потому что люди готовятся. Чтобы качественнее сделать лайв, нужны заведомо вопросы. Так же, как я с пионером просил всех по вопросам, вот, они пока нам не дают, то есть они нам дали вот эту скидку на то, чтобы наши производители или поставщики обналичивали деньги в Гонконге и в Китае не по 2%, а под 1%, под несколько валют, во-первых. Но пока на лайв как бы мы вопросов не насобирали. Надеюсь, мне... я тебя спросил, я думал, это как бы актуальный вопрос с пионером, фактически все используют. Так. Ну вот, в любом случае, да, то есть вопросы как-то не набежали, не нашкрябали, нас кто-то интересно. Он ответил текстово на эти вопросы, потому что он говорит, просто лайв, ну, не на чем. Там про один PayPal, PayPal, свяжите, пионер, какое отношение имеет. Просто надо по пионеру какие-то вот технические проблемы, вещи спрашивать. Потому что постоянно что-то возникает, но почему-то, когда даешь вот эти вот возможности, у нас люди задают вопросы, не вопросы, а просьбы. Давайте с пионера деньги напрямую на карты выводить в банки. Ну, давайте. Вот, и все вопросы. Это не вопрос. Он просто менеджер, он что может сделать? Он не может это сделать. Вот, там у них свои дела. Соответственно, здесь то же самое. По юристу, пожалуйста, до 30 числа я сейчас сегодня пост сделаю или завтра. Напишите максимум вопрос. На русском или на английском, неважно. Ничего страшного. Люди, я думаю, переведут человеку. Человек подготовится. Это юридические тонкости. Это не просто так сидеть тут балаболить. Действительно, надо задавать нормальные вопросы, и чтобы получить нормальный ответ, так скажем. Или просто будет опять не пойми что. Вот. Так что понедельник, надеюсь, форвардеры. 30-го будет юрист. Ну, а между этими четверг не будет лайва, а... Все остальное там уже по ситуации посмотрим. Все, в принципе, спасибо, кто был. Всем удачи, всем пока. До свидания, спасибо за внимание.